З 14 по 16 березня Харків прийматиме чимало гостей, адже цього року всеукраїнський конкурс професійної майстерності «Прорив легкої промисловості в Україні» проходитиме в першій столиці. Учасники змагання представлятимуть нові креативні колекції одягу для представників театрів та музеїв. Також найталановитіші конкурсанти зможуть показати своє бачення сучасних костюмів для дитячих колективів та солістів сцени. Популяризація швейної справи – це основна мета конкурсу, за словами організаторів. Чи можуть вітчизняні професіонали легкої промисловості здивувати креативом та якістю своїх колекцій? Дивіться у сюжеті. Всеукраїнський конкурс професіонального майстерства «Прорив легкої промисловості України» возник прежде всего из-за того, что проблемы с рабочими кадрами во всех отраслях. Проблема в легкой промышленности. Нет того достойного уважения к профессии портная. Да? Дети предпочитают идти получать дипломы в высшем образовании и не сильно смотрят в сторону профессионального образования. Вот это вот все привело нас к тому, что можно популяризировать это, показать, как это может быть классно. Показать, что в наше время иметь рабочую профессию очень перспективную. Это не значит, что ты на кого-то должен работать всю жизнь. Ты можешь ее получить и открыть хоть завтра. Маленькое ателье, развивать свой бизнес. К сожалению, государство не очень сильно уделяет этому внимания. И мы решили восполнить, так сказать, эту проблему. Вот уже трижды проводился этот конкурс. Первый раз в Киеве, второй раз во Львове, третий раз по приглашению мэрии Харькова. Мы ездим специально по разным городам для того, чтобы швейники страны, те, которые готовят кадры, те, которые пользуются этими кадрами, те, которые поставляют оборудование, вот все участники процесса и дизайнеры, которым надо кому-то воплощать эти задумки, вот чтобы они между собой все знакомились, общались, начинали сотрудничать. Номинации каждый раз разные. В этом году мы решили задействовать культуру, мы решили задействовать театры. Одной из номинаций является солист, образ для солистов и солисток оперных театров, одежда для персонала театров и музеев и для детских коллективов. Везде есть заказчики, мы видели уже 31 коллекцию. Это так приятно видеть, что конкретные музеи, конкретные театры, конкретные коллективы приобрели нечто, чего раньше не было. Причем усилиями профессионалов, за очень вменяемые деньги, подчеркну, и то, что на самом деле поражает своей такой практичностью и в то же время креативизмом. 31 коллекция будет представлена завтра в вашем красивом доме архитектуры. Проект направлен на профориентацию, на то, чтобы больше школьников увидело. Вот как раз оценивать будет представитель мэрии, потому что это кластер, значит, они должны видеть уровень, да. А будет представитель Министерства образования, причем со специальностью как раз швейной. Будет оценивать технолог предприятия, будет оценивать директор вашей Харьковской оперы на предмет применимости этих знаний. Приедет из Киева наша известная оперная певица Елена Гребенюк, на которую делся один из образов, и которая может оценить компетентно, да, эту номинацию для оперных исполнителей. И обязательно будет представитель вашей Харьковской академии дизайна. Вот здесь оценивается уровень дизайнерских возможностей. Харьков всегда считался по количеству вузов, по количеству профтехучилищ столицей моды, столицей легкой промышленности Украины. Мы взяли за основу развития точку того, что нужно возрождать легкую промышленность в Харьковском регионе. И прежде всего решили из этого сделать глобальный имиджевый проект, который бы показывал Харьков как первую столицу именно в этом направлении. Возник насущный вопрос о том, что необходимо, чтобы у дизайнеров, у торговых марок были прекрасные работники, которые бы приходили сразу после профтехучилища к ним и работали на их предприятиях. Поэтому здесь появилась дорога с многосторонним движением. С одной стороны, это профильные вузы и учреждения, обучающие дизайнеров, также швей и людей этого направления. С другой стороны, бизнес, который нуждается в новых работниках. Но естественно, что городу это все очень выгодно, потому что чем лучше будет развиваться эта отрасль, тем будет больше налоговые поступления. Если будет все хорошо, будут рабочие места, и это будет развивать направление, максимально масштабировать его в городе. И вот это вот начало такого большого пути вот сейчас начинается, и логически выстраивается цепочка, что сейчас профтехучилище будет проводить свой первый конкурс, потом уже будет конкурс молодых дизайнеров, потом будет непосредственно кульминация, это Харьков Фэшн. Естественно, завтра мы ничего не выберем, то, что мы можем использовать в театре. Но вот те работы, которые будут показаны и которые мы оценим, они, естественно, скажут о том профессионализме
и о том правильном направлении развития именно театрального костюма, который в дальнейшем даст возможность этим людям, которые сделали эти коллекции, участвовать непосредственно в производственном процессе пошива театральных костюмов. Мне очень приятно то, что сейчас на стадии еще обучения, на стадии училища, уже задумывается о том, чтобы развивать именно театральные костюмы.